Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Свой среди своих» и я свой. Сегодня мы приготовим чудеснейшую имбирную лимонную настойку. Настойку на имбире. Как я читал, она очень хорошо профилактирует якобы коронавирус и другие инфекционные заболевания. Но честно скажу, не знаю. Рекомендовано для профилактики употреблять по 50 грамм. Короче говоря, либо перед обедом, ну, желательно перед ужином. Уже на ночь, когда за руль не надо и тому подобное. Ну, попробуем, что у нас получилось, друзья. Ну, давай, не пьянки ради, а здоровья для. Так. Запах чарующий. Ну, кому нравится имбирь и лимон, очень оценят. Приятно очень пахнет на вкус. Чудесная вещь с очень таким тонким, специфическим запахом. Приятное послевкусие, легкая горчинка идет. Дорогие друзья, но как бы настойки настойками, тем не менее, берегите себя. Подписывайтесь на наш канал. Не болейте. А мы начинаем. Ну что, имбирная? Взвешиваем. Так, сколько там? 20, ну, 28 грамм, короче говоря. Взяли его. Вот так, средней фракции набомбили. Итак, имбирь добавляем в емкость для настоя. Две гвоздички для приятного послевкусия. Так, мускатный орех. Главное не перебарщивать. Вот так, на кончик буквально. Так. С лимоном, ребят, самое важное с лимоном. Лимон обязательно на ночь засыпаем сахарком. Он дает вот такой сок, и сахар добавлять не надо, как бы. И лишняя вот эта вот неприятная кислота, она уходит. Сливаем сок, ибо он содержит сахар. Добавляем 2 кусочка лимона. Заливаем самогоночкой 45-градусной. Закупориваем и настаиваем 2 недели. Ну вот, спустя пару недель получилась вот такая чудо-настойка. Вот, теперь ее отфильтровываем через марлечку, друзья. По классике жанра даем отдохнуть ей совсем немножко. Уже в отфильтрованном состоянии. Вот. И употребляем охлажденную с какими-нибудь вкусными вещами. Много не пейте, мало тоже. Ну а с вами был Свой.